под Кандагаром и в Анголе я не воевал. Что же, я тогда служил за даром, там, где дед победу добывал. Не пришлось служить и во Вьетнаме, на Карибских не было островах. Но зато достойно нес я знамя то, что водрузили на Рейхстаг. Но зато достойно нес я знамя то, что водрузили на Рейхстаг. Стреляли в спину нам душманы, мины не взрывались за спиной. Но, однако, западные страны явно угрожали нам войной. Посреди Европы мы стояли, реки, плоскогорья и леса. Если бы войну они начали, дали б мы отпор за полчаса. Если бы войну они начали, дали б мы отпор за полчаса. Кто-то скажет, вот они служили в мирной и культурной стороне, гробы оттуда не возили, в танках не горели на войне. Мы в любой момент готовы были из траншей под пули в полный рост. Нас бы точно первыми убили на границе с НАТО в Дойчланд-Ост. Нас бы точно первыми убили на границе с НАТО в Дойчланд-Ост. Я четко видел НАТО, выполняя родины приказ. Были мы ГСВГ солдаты, остаемся ими и сейчас. До сих пор нам снятся полигоны и немецкий орднунг, твою мать, автомат, фуражку и погоны. Да по ГОСТа будем вспоминать автомат, фуражку и погоны, да по ГОСТа будем вспоминать.